еще одну в стартапе, как раз в этой области туризма. Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно видеться в Шенкендатунце сегодня здесь. Меня зовут Ольга Велош, и я сейчас на данный момент работаю над одним проектом, о котором вам, собственно, и расскажу. Это мне готовый бизнес на данный момент, это моя идея, которая воплощается в жизнь сейчас. Итак, прежде чем я перейду к рассказу, собственно, о моем проекте, скажу пару слов о себе. Моей страстью всегда была природа, походы, еще с детства мы ходили в походы, сейчас горы, байдарки, велосипеды, по Беларуси очень много ходим. Второй моей страстью является иностранный язык. Я по профессии переводчик, говорю на нескольких языках, и мне очень нравятся различные культуры, бывать в различных странах, путешествовать. Мне все время хотелось соединить две эти страсти в одно какое-то дело. И вот это вылилось в данном проекте. Сайт называется outdoortours.net. Это, собственно, платформа для бронирования активных туров. У нас в стране столько много людей, которые ходят в походы, которые умеют сорганизовать их, которые могут группу собрать. И вот эта платформа, она, скажем так, может помочь людям, у которых нет времени заниматься поиском группы, продвижением своих услуг. Она поможет им найти людей. Итак, цели данной платформы. Это, прежде всего, продвижение активного туризма в Беларуси за ее пределами. Что я понимаю под активным туризмом? Это организованные активные туры на природе различного уровня сложности. Вот как Юрий говорил, что у него основная аудитория — это новички, то на этой платформе я вижу походы различного уровня сложности. Далее это, конечно, развитие и становление профессии гида активных туров именно у нас в Беларуси. К нам также приезжает очень много иностранцев. Можно водить иностранцев в походы, они заинтересованы в нашей природе. Когда ко мне приезжают мои друзья, я стараюсь их вывести на велосипеде, сходить просто погулять по лесу. Они всегда в восторге просто от нашей природы и от наших традиций, от нашей культуры, от того, что мы имеем. Дальше это использование природных ресурсов наших в рекреационных, познавательных и спортивных целях. Не все люди, скажем так, даже живя рядышком с какими-то красивыми местами, знают, где они живут, знают, что находится рядом с ними. Нужно всего лишь дать им небольшой толчок, открыть им где-то глаза на красоту нашей страны. И формирование населения этичного отношения к природе. Зачастую, когда в лес идешь, надо брать с собой мусорный пакет большой, чтобы выносить оттуда весь мусор, накопившийся. Показывая людям красивые места, показывая, где мы живем, мы можем подтолкнуть людей к более экологичному варианту жизни. Далее, приобщение широких масс к активному и здоровому образу жизни. Оставаться, чтобы все мы были активными, спортивными. Для кого полезна данная платформа? Это гиды всех направлений активного туризма. Я рассчитываю на целевую аудиторию как наши гиды белорусские, так и иностранные гиды. У меня есть друзья иностранцы, которые занимаются также активным туризмом в своих странах, либо водят по разным странам. И также для туроператоров активных туров. Ну, то есть, вот как, например, компания Юлия. Чем может быть для вас полезна данная платформа? Во-первых, это площадка для продвижения и продажи ваших туров, конкуренция, как я назвала, равно взаимовыгода, да? Там будет много разных туров, какие-то, может быть, будут похожие, схожие.